Всем привет! Я Аксенов Мирослав, мне 10 лет. Я занимаюсь брейкдансом, играю на барабанах, хожу на актерское мастерство, еще занимаюсь тайским боксом и снимаюсь в рекламе и кино. Я живу в Москве, мой рост 133 сантиметра. Я снимаюсь в фильме «Самая главная роль» в «Иные миры». Моя самая последняя работа в фильме – «Месть». «Месть» – она как бы поглощает тебя, иссушает, съедает, так могу сказать даже. А когда есть время, возможность отомстить, и ты не мстишь, и тебе легче не становится. Вот так. Ну, я, наверное, драматический актер, потому что я как бы могу вселиться в персонажа, прожить его, с ним переживать все это. Еще я бы сыграл инопланетянина или вампира, потому что я бледный. Вот так могу. Еще я вот так могу. Видели? Круто, не правда? Да. Пока-пока.